even get to cross. Итак, друзья, сегодня 7 марта, солнышко, как я еще вам говорю, вот. Прекрасный день, я вот прогуляюсь вот по парку, вот, прохожусь, и вот завтра праздник, женский праздник, 8 марта, я поздравляю весь женский пол с этим праздником, ну и желаем счастья. Самого наилучшего. Так вот. Ну, мужчины тоже. И мужчины, вы тоже не забудьте это их поздравить. От души поздравьте как следует. Как следует. Ну вот так вот. Сейчас мы сворачиваем и сворачиваем. Ну, 7 марта будет концерт. 5 марта я снимал. Вот тебе любимая тоже будет. Там просто светитель, там яркость так поднял, такую яркость, ну что у моей камеры не было видно даже этого певца. Не знаю почему, но его не было видно. Вот, вот так вот. Ну, а день мне просто супер. Я проходил такие шашлычки. Запах таких. Друзья, вот так вот, друзья, Кабардино-Балкария, друзья, быстро-быстро, должны пройти, но сейчас с камерой должны вроде как бы пропустить, да, нас пропускают, потому что мы снимаем, идем, мы прошли через дорогу, сейчас будем проходить через 190 Спартак. Стадион Спартак. Вот стадион Спартак. Так вот. Девочки. Ну, друзья, мы не туда именно идем. Но. Так вот. Ну, не знаю. Не знаю, что это построили, вот эта вот фишка в чем заключается, я не знаю. Ну, спасибо, что у меня столько уже подписчиков, что смотрите и ставите лайки. Мне это нравится, все нормально, вот. Вы четкие. Вот так вот. Друзья. Ну, как-то так. Большое видео. Вот. Ну и вот Спартак. Как раз кто вот не был, сейчас чуть-чуть ближе, вот стадион, вот Спартак, если я чуть все, ну да, вот кафешка вот. Вот кафешка, вот кафешка, а я сейчас иду домой, опаздываю, просто у меня сейчас дела. Завтра я родителям сделаю, ну, подарок, ну, что-то там всем куплю им, и дома им там, им привезу. Ну, так вот. Первое, что вы должны делать, это поздравить своих мам и бабушек с 8 марта. Это самое главное, чтобы они вас помнили, ценили. Будьте достойными, чё вы. А потом уже своих тёлок поздравлять. Хватит. Сначала первых мам и бабушек. И сестер. И сестричек. А потом своих тёлок поздравлять. Тёлки подождут. Вот так вот, друзья. Ну, не знаю, я вот прохожу. Чуть-чуть себе. Так вот. Скоро.
где-то... Ну, где-то монопод был, монопода. Потом прикреплю на эту камеру, буду на этой... С моноподом буду ходить, держать, снимать. И тоже, у кого еще есть это... GoPro-шка, тоже ставьте лайки, плюсы, комментарии. С вас лайк и комментарии, друзья. Вот так вот. Прохожу вот. Вот футбольное поле. Вот так вот, друзья. Скоро начну снимать походы. Походы начну снимать вот. Так вот. Фух. Поменял я руку, просто рука встала. Я сейчас возьму монопод. С монопода буду снимать. Там прикреплю. И все. А, что я снимал 16 февраля, у меня видео есть, у меня просто много монтажа, мне нужно все монтировать. Очень много чего, не знаю, что мне начинать, с чего мне начинать вообще. Вот так вот. Ну и вот это Дворец творчества и детей молодежи. Мы сейчас туда не направляемся. Ну вот так вот, друзья. Не знаю, посмотрим, может, сниму я Черёва Нахушева 8 марта. Посмотрим, друзья, это будет еще. Это я еще не обещаю. Это будет видно. Это будет видно. Ну, вот так. Видите, вот пакет, какой-то пакет бросил. Я бы проходил здесь гладиатор, спортивный комплекс. Все-таки. И я скоро буду открывать свой канал про это. Про путешествия и достопримечательности. И достопримечательности. Скоро буду открывать свой канал. Ну, на... Где снимаю концерты, вот на... Там будут только концерты, а на другом нам будут эти достопримечательности, ну, такой вот эти поездки. Ну, так вот. Вот спортивный комплекс проходил. Какой воздух свежий. Как мне все нравится. Как и все. О. Ну вот, спортивный комплекс. Тоже. Ну и да. Я свою рубрику заканчиваю, кажется. Спортивный комплекс. Ну, он большой спортивный. На нем... Видел. Вот так вот. Девочки пошли, девчонки пошли. Так, посмотрели как на органа. Там девочки проходили, посмотрели как на кого-то. Не знаю как на кого. Но вроде. И вот тоже строится. Ну и вот Олимпийская аллея. Сейчас мы можем просто... Я ему ее показывал, кажется, в своих видео. Ой. Вот так вот простенько, чистенько.
все, на этот видео я заканчиваю. Все, сейчас я выйду. Сейчас выйду. Ну все. На этом наше видео заканчиваю. Свой видеоролик. Все, давайте. Пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайки. Ну, мне, пожалуйста, лайки нужны. Комментарии, плюсы. Все, давайте. Всем пока. Давайте. Всем до новых встреч. Всем. Все, давайте. Короче, позвонила. С праздником вас! С праздником вас, девушка! Одна грядка мне, и не все. Да еще не все. Да еще не все. С праздником вас! Сейчас вам покажу, что творится на рынке. Пойдемте посмотрим. Так вот, друзья. Вася берела Вася. Дочки. Творится на рынках. Ты знаешь, что надо? А? Это бульки продаются. Там спросите. Все такое вот рынок цветов. Это еще не все. Много всего интересного. Хочу сказать. Вот цветы вот. Это все вот цветы. Скоро. Вот. Цветы и вот. Ну, вот. Так вот, и с этой стороны. Вообще вот, у меня глаза вот это вот разбегаются, вот глаза, не знаю, что вот. Вот. Цветов, видите, сколько много, куча цветов. Почему марта вот? Видите, как? Много цветов, как говорится, в чеченце.